И снова здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала Науч-студии. С вами я, Сергей Качан. По вашим просьбам было и поступило предложение, а при вращении уменьшается ли вес дисковода по часовой стрелке или против часовой стрелки. Ну, давайте это сейчас проверим. Передо мной находятся лабораторные весы. Сейчас я их установил непосредственно на тару, то есть сбросил его непосредственно значение и установил в точку 0. Ну, давайте посмотрим, что весы работают. Положим какой-нибудь маленький предмет пластиковый, что весы реагируют. То есть весы реагируют. Ну и включаем. Чтобы плату не трогать, я заводить моторчик непосредственно буду через блок питания. Включаем блок питания. Он в кадр, правда, не попадает. Может быть, я сейчас подвину, чтобы в кадр тоже блок питания попадал. Хотя он вам, наверное, не интересен. Здесь можно будет увидеть, что я добавляю напряжение. Буду комментировать. 5 вольт, 6 вольт, 7, 9, 10, 11, 12 вольт. 12 вольт это где-то 9000 оборотов сейчас. Сейчас поднимем до 10000 оборотов, чтобы было все честно. Это было у меня при 13,5 вольт. 13,5 вольт. И как вы видите, весы вообще не реагируют на то, что изменение веса не происходит. Так, остановим моторчик. Уменьшаю сейчас напряжение. Останавливаем. И будем вращать в обратном направлении. Значит, сейчас у меня вращение было по часовой стрелке, по-моему. Сейчас остановится, мы его увидим. Да, вращение было по часовой стрелке. Сейчас мы здесь переключим рычажок и посмотрим направление против часовой стрелки. Так, рычажок я переключил, и сейчас будем вращать против часовой стрелки. Итак, добавляем напряжение. Так, вращение пошло против часовой стрелки, и мы точно так же повысим его до 13,5 вольт. Тринадцать с половиной вольт, и как мы видим, вес не изменяется. Поэтому, ребята, смотрите, что на самом деле идея остается идеей, но выброшенные идеи в интернет не являются правдой. Выключим блок питания вообще. Поэтому эксперимент был поставлен по часовой стрелке, против часовой стрелки. Но, к сожалению, вес не изменяется. Хоть по часовой стрелке, хоть против часовой стрелки. Спасибо за внимание. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх. И не забывайте подписываться на канал. Вас еще ждет много-много интересного.